Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Николай, я рад вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня у нас очередное видео, и на этот раз это будет распаковочка серебряных инвестиционных монет. Вот такой вот у меня мешочек с ними лежит, который я еще не успел распаковать. Потихонечку буду этим заниматься, и сейчас вам что-нибудь да покажу. Ага, это мои капсулы, они приехали для моих зверей-королевы. Тоже ими займусь в свое время. Вот такая монеточка у меня уже была на обзоре. У меня это вторая монеточка в коллекции. Кстати, ссылочка вот сейчас тут сверху выпрыгнет. И у меня уже было видео достаточно большое про распаковку, где я начинал. Тоже можете сходить, посмотреть. Тоже ссылочка выпрыгнет. Так, что у нас тут еще имеется? Вот такими какими-то кусочками. Тут по ощущениям две монеточки. Всего-то. Интересно даже, где это я заказывал на две монетки. А тут уже монеток 15. Еще серебро, серебро, серебряное. И есть у меня несколько таких роллов, наверное, по 10 монеток. Раз, два, еще. И еще. И пару монеток, а нет, вот одна монеточка еще валяется на дне, и еще одна валяется на дне. Такую мы с вами уже смотрели, как раз вот для нее вот те капсулы, которые я вам показал в самом начале, предназначены. Давайте сегодня распакуем что-нибудь такое маленькое, незначительное, потому что вчера было у нас большое видео, сегодня хотелось бы что-нибудь поменьше. Так, монету я вроде не режу, вроде они капсулах, если я правильно все чувствую. И что у нас здесь такого интересного? А нет, без капсулы. Рисковая. Африканская дикая жизнь. Слон. Эти монеты идут с завода без капсул. Это минус. И вот в таких вот они мешочках иногда от дилеров приходят. Хорошая монеточка. Слон. По-моему, даже 21 года. Хотя чеканили их еще в 20 году. Круто. Смотрим, что там еще у нас. Ага, скорее всего, это будет достаточно скучная распаковка, потому что здесь у нас еще один слон. Вот, я надеюсь, что это все-таки царапинки на вот этом вот пакетике. Но, судя по всему, да. Но мне кажется, вот возле вот этого уха у него такое небольшое какое-то потемнение, пятнышко как будто есть уже. Давайте я его вскрою, посмотрю. Ну да, вроде что-то есть такое достаточно слабо заметное, но как будто есть какое-то пятнышко. Вообще слоняка достаточно симпатичный, на мой взгляд. Это что, у него над головой чайка летит? Забавно. Вот такой вот монетос. Ну, как раз, наверное, следующий тоже будет такой же. А нет, что-то в капсуле лежит еще. Еще один слоняка. И еще из другой серии африканской дикой жизни леопард. Третья монетка в серии. Первые две у меня на обзоре были. Тоже ссылочка сейчас всплывет сверху. Сходите, посмотрите, если вам интересно. Вот такие вот 4 унции сегодня мы распаковали. Не буду затягивать. Потом сделаю на монеты, которые ни разу не показывал, детальные обзоры. И, наверное, тогда завтра давайте вскроем такую вот более массивную кучку. Посмотрим, что же там внутри. Думаю, будет достаточно интересно. Спасибо большое, друзья, за просмотр. Некоторые монетки, видите, я беру уже там не в количестве 1-2 штуки, а вот слонов взял 3 штуки. Думаю, я что-то вроде... Ну, не что-то вроде, а думаю продавать повторки потом со временем, если это дело пойдет. Так что, наверное, какой-нибудь либо себе заведу аккаунт на мешке, либо... буду среди подписчиков по каким-то более-менее лояльным ценам, ниже рынка, ниже мешка, продавать. Если кому-то, кстати, будет интересно, пишите. Можно будет, в принципе, любую монеточку для вас раздобыть. Особенно если вы умеете ждать, то привезти вам ее
из-за бугра с неким дисконтом. Все, друзья, увидимся с вами завтра. Будет распаковочка побольше. Пишите комменты. И всего вам самого доброго. Увидимся в следующих видео. Всем пока!